Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с ребятами из «Все для клёва». Это Ваня. Вань, поздоровайся с ребятами. Вот это Игорь. Олег. Олег, поздоровайся. Здравствуйте. Добрый день. Вот, выбираем детям в детского дома Красносёлку подарок. Вот. И у нас мы собрали нашим вайбер-сообществом, собрали 9009 гривен. И нужно купить и елки, нужно купить и подарки. Мы прикинули, что вот 63,90, вот эти зверята, вот такие вот, будет самый нормальный вариант. Поэтому, как мы узнали, что в детском доме там 140 детей, поэтому 140 подарков нужно брать. Это получается у нас 140 умножаем на 63,90, получается 8,946. 8,946. С учетом того, что мы собрали 9009 гривен, в принципе, мы попадаем в эту сумму, но потом придется добавить своих еще денег и елки покупать уже за свои деньги. Ну, там остается у нас, грубо говоря, меньше 100 гривен. Ну, справимся. Так, ну что, ребят? Ну, тут мало, да? Надо открыть, посмотреть, а там именно они. Вот они тоже. Ну давайте забираем. Они, да? Да. Василий Зверятко. Все, да, забираем. Сколько там штук? Проверяем, но проверяем. Они. Оно. 8 штук. 8 штук. Все, нам надо 140. Забираем. В общем, посмотрели, что таких конфет не хватает на всех. Получается 116 вот таких подарков, а надо 140. Поэтому придется взять еще другие коробочки, но главное, чтобы всем детям хватило. К сожалению, не все будут одинаковые. Но ребята что-то нашли. Взяли. Спринтеры какие-то. 4 штуки спринтера. 24, правильно? Все родится, 140 получается. Все. А цена у них какая? То же самое. О, отлично. Какая? Все, давайте. Огонь. Дали скидку 250 гривен, да? Да. Вот. И потрачена скидка на эти конфеты. Ну нормально, что? Вот, классно получилось. Да. Сэкономили 250 гривен. Да, отлично. Так, ну вот купили мы конфеты, получилось 9,159,54. То есть, грубо говоря, у нас было 9009 гривен мы собрали. Ну вот, в принципе, вся сумма и ушла. Все, ребята уходят. Друзья мои, погода, в принципе, такая. Дождик небольшой был с ночью. Сейчас такая сырая погода. Декабрьская. Одесская декабрьская погода. Но настроение прекрасное, потому что когда делаешь людям добро, и спасибо всем нашим ребятам, которые участвовали в сборе денег, я вам очень благодарен. Что, оказывается, рыбаки – это щедрые, добрые люди, которые могут и делают добро для обездоленных детей. Друзья, ну вот мы в Малой долине. К сожалению, там, где мы хотели взять елки, не получается. Там будут они только после 20 числа. Тем более, что там в Большую долину большая пробка, огромная просто. И вот мы с ребятами договорились, нам дают елки по 250 гривен. Вот такие красавицы. То есть продавали, конечно, дороже их, но сказали, что раз для госпиталя, то, в принципе, уступят в цене. Поэтому такие вот елочки мы сейчас возьмем, ну, сколько у нас денег хватит, столько и возьмем. Вот, еще 7 елочек мы взяли, сложили с деньгами, я думаю, что будет достаточно. Значит, елки брали по 250 гривен. Это Сергей приехал к нам с Савидиополя на своем бусике. Сергей, здравствуйте. Да. Ой, как хорошо, когда есть такие люди, отзывчивые, добрые. Аж прямо душа радуется, ребята, честное слово. Такое ощущение, как будто поймал большого карпа. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, 7 елочек, отлично. Мы в отделение заносим. Давайте мы сначала занесем в отделение, а кто уже... А там, вы со столовой, да? Да. Ну, мы в столовую тоже дадим, хорошо. Да что, где-то ставьте ее. Да, где-то ставьте здесь. Поздравляем вас со Святым Николаем. Счастья, здоровья, всего самого-самого хорошего. Спасибо вам, ребята, большое. Мы сегодня с ребятами ее поставим. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое. Все, да. Всего здоровья, хорошего. Самое главное здоровье. Да. Температура 36,6. Окей. Все, будьте здоровы. Всего доброго. Будьте здоровы. Так, ну что, одну поставим в столовую для ребят, которые здесь будут кушать. Это уже вы разберетесь. Да. Вам большое спасибо. Будут кушать мы работаем 1 января. Будут кушать красиво. Украсим, все будет красиво. Отлично. У нас все есть. Спасибо вам большое. Добро. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Здорово. Ребята, рыбаки, вам большое спасибо за оказанную нам помощь. Вам здоровья. Самое главное здоровья и успехов. Неврологическое отделение. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон елочку вам привезли. Да, вы что? Да. Елена Ивановна, иди сюда. Рыбаки Одесса нам сделали подарок. Да, на Свифтового Николая принесли вам елочку. Вам нужна елочка? Да. Вон она, большая, здоровая. Смотрите, как красивая. Ух ты. Нравится? Да. А. Спасибо большое. Вот человек спрашивает, кто привез. Рыбаки, все для клёва. Днестр. Собрались с деньгами и привезли вам елочку. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Мы за вас болеем и всегда будем вас помнить. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Девчата, с наступающим Святым Николаем. Счастья, здоровья, любви, удачи, денежек побольше. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Вот. Спасибо. Вам всего доброго. Да, это вам рыбаки Одессы мы же хотели презентовали. Спросить, да, 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 да. Наталья Евгеньевна, посмотрите, что пришло. Я так понимаю, что вы ждали прямо нас. Прямо... А, ё-моё, мы кричим, да? Извини. Здрасте. Вот тут прямо стало. Все. Вот тут прямо. Чтобы у них рыба всегда ловила. Здоровье было. О. И в семьях было благополучие. Спасибо большое. Так, теперь надо мы теперь деньги на игрушки. О, начинается. Деньги на игрушки. Спасибо. Все, всего хорошего вам. Здрасте. Святой Николай на пороге, как говорится, мы, как всегда, дерево, с вами пришли. Вот оно дерево, да, а вот оно он, да, памятник. Традиция неизменна, год прошел. Наши особенности национальной рыбалки. Да. Так что с наступающим. Ну, рейдера очень позитивные. Да, да, вы смотрите? Очень, конечно, смотрим. Положительно, что люди хоть сейчас. Конечно, да, рейды очень интересны, особенно крайне, да. Да. Ну, чтобы ловилося, их не ловили. А. И чтобы крючки не обрывало. О, правильно, согласна. Что там его ловить, наливайте пить. Все, спасибо. До следующего года. Елочка нужна вам? Елочка и палочка. Нужна, и елочка. Ой, ё-моё. Заносите. До свидания, всего хорошего. Ирина Николаевна, здравствуйте. С наступающим Днем Святого Николая. Спасибо. Крепкого здоровья вам. Дай Бог вам всего самого-самого хорошего. Спасибо. Будьте здоровы и счастливы. Тоже спасибо вам тоже с праздником наступающим. Всего самого доброго. Прежде спасибо. Всего здоровья. Спасибо. Кардиологического здоровья. Спасибо. Рыбаки, спасибо вам большое. С наступающим вас праздником, со Святым Николаем, с Новым годом. Будьте здоровы. О, спасибо большое. Все. Вот это вот. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Добрый день, ребята, рыбаки. Спасибо вам за уже каждую годичную помощь Дню Святому Николаю, за детские подарки. Детки уже ждали вас сегодня. Спасибо вам огромное, что вы помогли нашим деткам, сделали праздник настоящий. А вам в новом году всем крепкого здоровья, добра, мира, благополучия. Удачи вам всех и хорошего, клёва и всего-всего наилучшего. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Всем добрый день. Хочу сказать, что мы сегодня сделали очень хорошее, благородное дело. Вот, поздравили детишек, привезли подарки. Заехали в госпиталь к ребятам, завезли елочки, ели. И думаю, что они будут довольны, и детки останутся тоже довольны. Друзья, вот так заканчиваем наше видео. И спасибо большое всем вам, кто участвовал в этой помощи. До скорых встреч
на следующий, надеюсь, Новый год, на следующую Святого Николая мы также соберемся и приедем сюда и привезем еще раз подарки. Да? Все, да, спасибо вам. Все, всего хорошего. Здоровья. До свидания.